Какие есть профили в системе Сиал КП-40 для панорамного остекления балконов с наружным и с внутренним пилоном? Как это выглядит? То есть это, например, импост большой из провидала, большой импост обычный. К нему вот добавили вот такую усиленную изнутри помещения. Все, это уже считается усиленный элемент с пилоном глубиной 60 мм. То есть общая глубина 60. Вот малый импост, к которому также добавили вот такой вот усилитель изнутри. Получился такой элемент. Ну, в каждом случае применяется разный элемент. Так, дальше мы смотрим. Ну, это артикулы профилей. Их сечение глубиной 60 мм. Они все имеют разную конфигурацию, где-то с крылом, где-то без крыла. Это связано с тем, что там где-то просто глухое остекление через штапик, где-то раздвижка подходит, и поэтому там адаптер специально нужен прикрутить, и крыло мешает. В общем, мы такие детали не будем вдаваться. Просто чтобы вы понимали, что есть провидал, есть усиленная система. На примере Сиал КП-40, значит, где вот эти вот элементы усиленные, они могут быть как с усилителем вовнутрь, так называемым пилоном, вовнутрь помещения пилон, вот на всех этих профилях, импост с пилоном, рама с пилоном, да, так пилон может быть и наружу, вот импост с пилоном наружу, вот большой импост, маленький импост с пилоном наружу. Это мы рассмотрели профили 60 мм глубиной. Что здесь написано? Закладные детали для крепления к плите перекрытия. Здесь вот на сечении профиля, на его эскизе, показаны внутри пунктирчиком какие-то детальки нам непонятные. Да? Вот эти детальки это и есть закладные, которые вставляются вовнутрь камеры для крепления ее к плите перекрытия. Так. Дальше пошли стойки и ригели с внешним пилоном. Почему называется, я здесь пишу, стойки и ригели? Потому что в основном, конечно же, это стойки. Но их можно применить в качестве ригеля. То есть можно взять вот такой профиль и соединить его как вертикально, так и горизонтально поставить. Но так делают крайне редко. Поэтому все, что мы сейчас рассматриваем, это в основном стойки. Дальше там пойдут конкретно профили только для ригелей, горизонтальные. Но в основном это стойки. И в основном делается, что стойки усилены, а горизонтальные профили редко усилены. Только если там большой шаг между стойками, тогда горизонтальный профиль необходимо усиливать. Все это считается по ветровым нагрузкам. Дальше это все разберем. Сейчас просто пройдемся по профилям, какие они бывают. Значит, мы поняли первоначально, что у нас есть профили, усиленные глубиной 60 мм. Дальше есть профили, усиленные 82,5 мм. Есть с наружным пилоном, импост с наружным пилоном, рама с наружным пилоном. Такой формы, да. У них у всех разный момент инерции. Вот в чем отличие всех основных этих профилей, потому что отличается момент инерции. В зависимости от ветровой нагрузки, от конфигурации, конструкции, подбирается необходимое сечение профиля. То есть, вот мы сейчас, мы, например, хотим сделать конструкцию. Мы сначала считаем ветровые нагрузки, определяемся, какие мы будем использовать профили, какой глубины, и строим из этих профилей конструкцию. Значит, это наружный пилон 82,5, да, стойка. Это с внутренним пилоном. Здесь показано, что вот эта крепежная закладная, она может быть и в этой камере установлена, может и в этой. Вот, можно и здесь, можно здесь. В зависимости от того, как будет конструкция, там, как удобно, как конструктор решит. Так. Это профили 100 мм глубиной с наружным пилоном. С внутренним пилоном. Они имеют разную тоже конфигурацию. Где-то вы видите такой более толстый пилон, где-то совсем тоненький. Это связано с тем, что, допустим, где тоненький пилон,
Это специально сделано, применяется в случаях, где на стойку с двух сторон поворотные окна прилегают. То есть вот здесь примыкает поворотная створка, с этой стороны устанавливается петля и также поворотная створка. Потому что, например, на вот этот импост поворотную створку только с этой стороны можно сделать. С этой стороны, как вы видите, здесь нет возможности осуществить нахлёст створки на раму. Поэтому придумал вот такой профиль. Но если это все будет прописываться в программу Windro, там будет все более-менее автоматизировано, вам нужно будет там только определиться, какой по глубине профиль должен быть. И если там будут две створки, то он автоматически вот этот профиль подставит, не будет использовать вот эту, или ошибку даст, что там данный профиль нельзя поставить. Дальше. Это профили глубиной 120 мм. В принципе, тут они такие же, только вот этот вот пилон большего размера. Это наружный пилон, это с внутренним пилоном профили 120 мм. Дальше есть профили 140 мм с наружным, с внутренним пилоном. Есть профили 165 мм с наружным пилоном. С внутренним 165-х нет, только с наружным. Есть стойки самые большие, это с наружным и с внутренним пилоном одновременно, размером 180 мм. Я такие, если честно, никогда не применял, какие-то для каких-то невероятных размеров конструкции, там, невероятных нагрузок. Но они есть. И можно, в принципе, почему я именно выбрал для примера систему Сиалка P40, потому что она очень технологичная, и из нее можно сделать любой конфигурации конструкции, любых размеров, с любым количеством створок, всегда можно решение найти. Ну, например, Алютех, если брать ALT100, у них нет стоек вот этих усиленных, нет стоек с пилоном вовнутрь, у них есть только стойки с пилоном наружу. Но не всегда получается сделать с пилоном наружу, иногда целесообразнее сделать с внутренним пилоном. Именно с технической точки зрения. Или заказчику нужно с внутренним пилоном для, там, для внешнего вида. Он не хочет, чтобы у него на улице там какие-то элементы торчали. Нет, у усиленных стоек толщина стенок не 1 мм, а больше. Там 1,5 мм, есть 2 мм. Здесь, вот как вы видите, вообще миллиметра 4-5. Где-то там полтора. В основном 1,5. Ну, они более массивные, конечно, они не 1 мм, как провидалка. Ну, потому что из них уже делают большого габарита конструкции, и нет никакого смысла делать такие массивные профили толщиной 1 мм, они согнутся. Дальше. Это варианты 90-градусных соединителей там, или каких-то эркерных. То есть это стойка поворотная, с внутренним пилоном. Здесь вот показан сразу адаптер такой специальный, к которому крепится еще рама. Это сделано для того, чтобы если у вас на углу устанавливается створка поворотная, да, то нужно устанавливать вот такие адаптеры для того, чтобы при открывании створка не цеплялась за вот этот пилон внутренний и могла свободно открываться. Они бывают разные тоже конфигурации, там с крылом, без крыла, там просто квадратик, вот такой вот маленький, без всяких усилителей. Могут быть с такими вот поворотиками, это нужно для нестандартных углов. Может быть эркерная труба с усилителем. Есть вот такой 180 градусов соединитель усиленный. Ну, это, в общем, такие более профили такие сложные, для сложных конструкций, эркерных каких-то, непрямых. Мы на этом сильно останавливаться не будем, потому что это все очень нестандартно. Вот профили, которые применяются только в качестве ригелей горизонтальных, потому что они имеют вот такие вот направляющие под раздвижку. То есть эти профили ставятся под раздвижкой, где створки, и над раздвижкой, где створки. Они имеют разные тоже размеры,
разную конфигурацию. Все это тоже связано с ветровыми нагрузками, потому что на ветровые нагрузки нужно считать не только вертикальные элементы стойки, нужно считать еще горизонтальные элементы ригели. Они имеют размер, допустим, вот 60 мм глубиной ригель, это самый маленький. Дальше есть 100 мм, там вот 82,5 мм ригель. Есть 100 мм ригель, есть 120 мм. Вот. Соответственно, если, допустим, да, это какая-то двустворчатая раздвижка, на небольшой высоте установлена, и, например, шаг между стойками там метра полтора, то по ветровым нагрузкам может пройти самый маленький профиль, вот этот ригельный, и, соответственно, его нужно применять. Если, допустим, это трехстворчатая раздвижка, и между стойками вертикальными шаг там метра три, то там уже по ветровым нагрузкам, скорее всего, пройдет, там, вот этот не пройдет, уже пройдет какой-то 120-й ригель. Вот, это считать ригель на ветровую нагрузку в таких конструкциях обязательно нужно. И помимо ветровой нагрузки, там еще считают нагрузку от воздействия как бы локального, так называемого, когда, то есть если наша балконная конструкция, если там не кирпичный парапет, а она стоит от плиты до плиты, то по сути она выполняет роль ограждения. И на вот эти горизонтальные ригели под раздвижными створками нужно помимо ветровой нагрузки снаружи считать нагрузку от воздействия человеком на ограждение, когда он опирается на нее. Поэтому они не могут быть просто из тоненьких профилей. Тут вариантов масса. Человек обопрется, оно согнется, там, или он вывалится, сломает этот профиль. Или от ветровых нагрузок этот профиль нижней рамы выгнет и оттуда выпадут створки. В общем, тут все очень сложно и нельзя как бы этим пренебрегать. Но здесь нарисованы профили вот ригелей под раздвижной конструкцией и над раздвижной конструкцией, которые с усилителем вовнутрь. Справа нарисованы с неким таким отливом, но этот отлив по сути является также усилителем, потому что он добавляет данному сечению прочности с отливом наружу. То есть, допустим, если у нас стойки с пилоном наружным, то целесообразнее применять ригели тоже с наружным пилоном, ну, то бишь, или с отливом наружным. Вот, то есть, и с внутренним, и наружным. Вот он, этот отлив я покажу, да? Так. Здесь показаны штапики, варианты остекления. Значит, здесь доработано, то есть здесь уже не так, как у Провидала, больше вариантов штапика. Соответственно, заполнение может быть в шаге от 4 до 28 мм, с шагом там 2 мм. И здесь помимо одинарного заполнения, где просто устанавливается один штапик, есть возможность делать двойное заполнение, есть специальные адаптеры, специальные штапики, да, которые дают возможность установить несколько слоев заполнения, причем они не пересекаются между собой, то есть не соприкасаются. Здесь я пишу, что в системах комплексного остекления балконов Сиал-КП-40, Алютехал-Т-100, большие варианты штапики, резины, толщины заполнения, диапазон от 4 до 28. Для нижней части конструкции разработаны специальные адаптеры для двойного контура заполнения. Например, для установки снаружи стекла 4 мм, изнутри стекломагнезитового листа 8 мм. Для чего их разделяют? Потому что соприкосновение этих материалов может привести к термошоку стекла и трещине. Допускается их соприкосновение при использовании закаленного наружного стекла. Ну, то есть, если по-русски говоря, очень часто, ну как, относительно часто, для нижнего экрана заполнения нашей конструкции
Заказчик просит установить двойное заполнение, то есть стекло снаружи, а внутри какой-то крашеный паровой элемент, не горючий, там стекломагнезитовый лист, например. И если стекло будет сырое, то нужно использовать двойное заполнение, чтобы эти элементы не соприкасались между собой. Если их соединить между собой, то вот этот стекломагнезитовый лист, так как он крашеный, он будет нагреваться на солнце, и это может привести к нагреву сильному стекла, и оно может лопнуть. Соединить их между собой можно, вот я пишу. Его можно соединить между собой для того, чтобы не использовать вот такое двойное остекление, а просто, например, взять стекло четверку, взять стекломагнезитовый лист восьмерку, между собой соединить, получится в сумме 12 мм, установить вот, взять заполнение 12, взять штапик, соответствующую резинку и вставить. Так можно сделать, но в этом случае стекло наружное нужно закалить, потому что тогда оно при нагреве не будет лопаться. Ну, в принципе, ну, нижний экран не обязательно делать из двойного заполнения. Там может быть установлено динарное заполнение, тот же стекломагнезитовый лист, там, или фиброцементная плита какая-то, или какой-то, там, допустим, асбацементная панель, которая там с двух сторон из оцинкованного крашеного металла, допустим, или еще что-то. Но нельзя сюда устанавливать сэндвич-панель горючую, только не горючую. То есть только не горючие материалы. Это связано с тем, чтобы по нормам пожарной безопасности, чтобы огонь не перекидывался с одного этажа на другой. Поэтому если вот заказчик просит вас установить сэндвич внизу, вы ему объясняете, что это нельзя. Что по ГОСТу нужно не горючие материалы использовать в нижнем заполнении.